Сегодня поговорим про систему приточно-вытяжной вентиляции. В каждой комнате у нас есть две вентрешетки. Через одну вентиляционную решетку у нас воздух подается в помещение, через другую он оттуда забирается. Забор воздуха в систему осуществляется с улицы. После этого этот воздух проходит ряд подготовки. Если нужно охладить, он охлаждается. В зимний период времени он нагревается. Также осуществляется контроль влажности этого воздуха. Если необходимо, повышается влажность воздуха и, соответственно, происходит его очистка. Тем самым у нас с улицы берется холодный или теплый грязный воздух, очищается и подается в квартиру. Это и есть система принудительной приточно-вытяжной вентиляции.